Ух ты, вот он. Все, да? Покажи кальций. Всем привет. Очередной день на улице. Конечно, этот город нас встретил большой непогодой, но этот город считается самым старым городом в Америке вообще. На выходе такой вот прям видно истории пропитанный камешек, который это называется Old Spanish Trail, то есть как испанцы приехали и распространялись по Америке, это вот он идет от Святого Августина, то есть отсюда, откуда они приплыли на лодках, до Сан-Диего, Калифорния. Это примерно когда мои бабушка с дедушкой родились, вот этот камень поставили в тот же год. Это историческая справка про сохранившуюся часть городских ворот. Ну и как бы городской стена шла оттуда туда. И вот это были центральные ворота, куда все приезжали. И прямо это все вот чувствуется, что оно реально тут уже ему 300 лет этому всему. И строили его, что характерно, из вот местного ракушечника. И вот центральная городская улица, Market Street, наверное, называется. А вот это самая старая школа в Соединенных Штатах. Деревянная, которая была. Которая вот из такого дерева. Естественно, вот весь мир уже захватывает, но это просто CBD. Топали-топали мы и притопали к самому старому дому в старом-старом городе. Люди ходят с зонтиками, на улице идет дождь, у нас... Тяжелая, да? Все еще идет дождь, и мы все еще в центре. Вот такая вот гостиница, которая была за 150 тысяч долларов куплена. Но в 47-м году, к сожалению. В общем, все пропитано стариной, все очень круто. Вот тут каждый дворик, допустим. Это Castillo de San Marcos National Monument. Ты никто не мог дойти. О. Как ты думаешь, Алиса, что это было? Key West сегодняшняя наша точка. Рыба, рыбка! Для туристов, чтобы приезжали. Купали. Вон цыпленок там ходит прямо. О, да-да-да, малюсенький, да? А вон еще там сзади, короче. Следующая снопка Робис, мужички наловили. Что-то талапия, наверное. Там что-то еще спорят, да? Спорят. И бросают пеликанам. Ну тут три попрошайки собрались. По-моему, сейчас прям хороший кусок утащила. Так, ну давай уже. Вау! Ничего себе! Вау! Чуть-чуть ниже. Вау! 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 Они на мой номер трогают, блядь, сейчас. Просто положили чисто так для туриста. Чего-то узнать. Но это настоящий вид яйца, да? Ну, выглядят как настоящий, честно, да. Подготовка. К перекусончику к обеду. Она вот туда не рухнуть и что-то. Ну, это не надо. О май гад, девчата. Чем мы на самом-самом краю порт есть, который защищал Флориду. Оно тебя снимает! Алиса! Ага. Здесь пальмы, а мы находимся прямо вот здесь вот в самом конце. В общем, это форт называется Закари, который на самом-самом краю находится Кис, и это город Ки-Уэст. Вот тут у них оружейная комната.
А вот это вот тележечки, да, на которых они возили, когда при строительстве этого? В общем, как вы увидели, здесь курочки прям ходят. И напротив самая южная точка в США. И очередина, конечно, капец стоит вон до туда. Вау, что вам мама купила, девчонки? Банан, манго и ананас. В общем, тут у них тоже есть своя Кастро-стрит с такими вот перекрестками. Зонтик, зонтик! Туристическая улица, можно сказать, даунтаун Ки-Уэста. С живой музыкой, с множеством барчиков, ресторанов, от магазинов искусства. Мы чуть не заметили, что Mile Zero, это хайвей первый отсюда начинается. В общем-то, и отсчет пошел по всему. Ужин, иди сюда. Ты что, хочешь нас голодными сегодня оставить, что ли? Ужин, иди сюда. Папа его называет ужин. Он хочет голодными нас оставить сегодня. Я буду на спинке, вот так плавать, смотри, как морская звезда. В общем, Майами чуть-чуть привели себя в порядок и идем кушать. По-моему, сейчас немножко не видно, но 10 февраля 22 года 74 градуса. А Бог сегодня нам послал вот такую название не помню, но вот курочку с рисом и с бананчиками поджаренными. Ну, поражает вода своей прозрачностью, чистотой, теплотой. Так, наверное, хорошо будет видно. И всякими мелкими экзотическими рыбками. На красный свет дорогу переезжаем. Ехали и приехали к Holocaust Memorial. Вот интересная карта, это сколько евреев было убито в Холокост во время Второй мировой войны, с 1 сентября по 8 мая. В Поланде больше всего 3 миллиона. Походу тут каких-то наркодилеров поймали, прям уже мы вернулись, велосипеды сдали. Тут вон. Они весь мусор, все, что есть в машине, они... Ну и там вон пистолет какой-то у них в кармане. Весь обгорел сегодня на пляже, но мы на 7 минут опоздали, в общем, они в 7 закрывают сегодня. Это музей Винвуд в Майами. Короче, это музей полностью посвящен murals, это вот наскальная живопись. Прям этот весь район стилизованный. Да, ты тоже отвечу. Как мне? О, смотрите, какая кобра.
Yeah.